Всем привет! Начинается наш новый вложик, и начинается он с того, что мы сегодня едем гулять. Гулять едем с нашими родственниками в Кирово-Акад. Никогда я там раньше не была, очень интересно будет побывать с нами дети. Мы на большой машине, большой веселой компанией. Хочу спасибо сказать за комментарии под предыдущим видео. Некоторые написали, что скучают очень по городу Гюмри. Было интересно с нами прогуляться. Вот. На самом деле, в предыдущем влоге у меня очень сильно был посажен голос, потому что я болела и была с температурой. Но ничего страшного, влог все равно для вас записывала. Я параллельно хожу на обучение, поэтому не сильно активна ни в Инстаграме, ни в принципе в Ютубе, но ничего страшного, мне нужно сейчас полностью дать себе время на то, чтобы хорошо, грамотно обучиться технике микроблейдинга, пудровое напыление и уже в нашем Лионе работать. Буду ждать вас всех за самыми красивыми бровками. Так, девочки, муж взял вот такой вот большой Мерседес. Тут мест много, дети сзади сидят. Дети, всем привет! Всем привет! Вот, сейчас поедем дальше, наша компашка сейчас будет пополняться. И мы едем искать приключения. Макуся, на самый мелкий пассажир. Сладость тетина. Вокруг такая красота у нас. Детки у нас заснули. Нет. И спокойно едем. Да, но только Роберт остался. На карауле у нас. Девочки, мы доехали до Кирово-Акада. Сделаем паузу. Дети пьют воду из полбулака. А мы сейчас кофеечком заправимся, печеньки. И поедем дальше. Какой красивый мальчик с нами едет. Ася, привет. Ася, всем привет. Все, рассаживайтесь обратно. Нет. У нас тут время перекуса. Здесь у нас идет. Она здесь. Здесь у нас идет встреча. Ничего страшного, кофе и сок, пирожки. А, это хлеб, да, просто кянг? Че, гата? А это гата у нас. И так. Тут у нас сладкая гата. И что-то там еще. Там, что там, это? Да, а, да. Это эклерочки. Ой, привет, какая. Такой вот кофе мы пьем, Гранд Кенди. Вкусное, но, как по мне, сладкое. Я вообще кофе люблю полностью горькое пить без сахара. И даже если немножечко сахар чувствуется, то мне не нравится. Но раз открыла, буду пить, потому что здесь выкинуть уже некуда, мы двинулись. Так, мы вышли здесь. Пришли сфотографироваться. Здесь рестораны идут, будем кушать. Сейчас мы с паркингом определимся, где здесь парковка. Да, мама, а у BMW, все, окей. Mercedes. Паркинг. Погода, конечно, сильно испортилась, но посмотрите, как здесь красиво. И наш детский сад. Аккуратно. Смотрите, как здесь красиво. Там лошади тоже есть? Да, денежки. Вот такие вот здесь беседки красивые. Такая вот у нас беседочка. Потрясающий вид. Я тоже могу купаться. Давайте, садитесь, рассаживайтесь по местам. Я села. Ой, вот меню. Посмотреть. Так, вот тут вот наша беседка, а дальше мы идем. Здесь идет игровая зона. Эти такие красивые бабочки. Летают.
Кстати, наладилось. Уже солнышко вышло. Последние денечки здесь уже наслаждаемся. Если честно, вообще улетать обратно не хочется. Мы же тут привыкли. Тебе нравится здесь в Армении, Роб? Не то слово. Мисс. Али Робус. Кстати, очень вкусные вешенки, а про сметану я вообще молчу. Сметана — это просто что-то с чем-то. Можно просто наесть хлебушком и сметаной. Зелень кутым. Такой вот букетик у нас. Такая вот у нас рыбка, которая, кстати, вылавливается именно в этой реке. Ребята, я сейчас пойду догонять наших младших. Они сейчас катаются на лошадке. Я не знаю, где они, но надеюсь, их найду. Где-то тут они должны быть. Практически догнала. Какие эмоции? Хай, хай, са. Спасетек. Чаще лес. Я тут слезу. Собачки ей отрезали хвост, кто не знает. Поэтому у меня хвост такой маленький. И сейчас там наши дианты. Они куда-то пошли, не знаю куда. Кать, по очереди. Веркат, веркат, вимкёк. Веркат. Гунумен. Солдаты, встать. Так, все, девчат, мы уже закругляемся, выезжаем отсюда и едем дальше. Дальше куда мы поедем, я не знаю, куда сейчас муж решит с братом. Вот, ну, очень круто, нам понравилось. Девочки, мы приехали на Гошаванг.
Мы здесь тоже в первый раз. Эти здесь уже увидели сувениры, начинается все. Хорошо, Балис, пойдем сходим в церковь, потом придем. Окей, пойдем. Ари, кури. Только посмотрите, какая здесь природа. Всегда трогаю, девочки. Для меня очень важно потрогать, почувствовать энергию. Так, мы заказали кофе. Вот у нас такие вот столики стоят. Вот у нас холодный арбуз. Пока мы освежаемся и кушаем арбузик, дети у нас прыгают на батуте. Так, теперь мы идем на лодке кататься. Выберем лодку, где можно будет сесть. Все вместе. I begin to
I begin to